для подражания всеобщего внимания. Анна Павловна в поликлинике работает с 2009 года и зарекомендовала себя как исполнительный и ответственный работник, пользующийся большим уважением среди сотрудников. В пятилетний срок она стала большим профессионалом своего дела. Для поликлиники такие сотрудники, как Анна Павловна, составляют большую ценность и гордость. В предстоящем конкурсе хотелось бы пожелать Анне Павловне успеха, бодрости духа и, конечно же, ни пуха, ни пера. Аня, принцесса, ликует пресса, пример для подражания всеобщего внимания. Хороша собой, умом, нехило и душой, все это сочетание требует внимания. Добрый день! Вас приветствует медицинская сестра по ДЛО поликлиники номер 2 Виноградова Анна Павловна. Поликлиника оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому населению города Кинешма по специальностям терапия, хирургия, неврология, акушерство-гинекология. Пациенты имеют возможность записаться на прием к врачу через электронную регистратуру. Основные функции моей работы – это учет и организация работы по выписке льготных рецептов, составление основных и дополнительных заявок по обеспечению лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, выписка льготных рецептов в программном обеспечении КМИС, связь с прикрепленной аптекой на наличие лекарственных препаратов, оказываю техническую помощь участковым медсестрам при выписке льготных рецептов в программе КМИС. А здесь, по окончании рабочего времени, я снимаю нагрузку, получаю заряд бодрости. Выбирайте Аню, и вы не пожалеете, ваш выбор оправдан. Вы им владеете, ее судьба зависит только от вас. Аня покажет сегодня вам класс. Аня, принцесса, ликует вся пресса, пример для подростков.